интереснее другое в нем. И это его отличает от кое-каких других правителей древности и последующих времен. Он мечтал, когда он увидел, как Персия отличается от Греции, он мечтал соединить эти два мира. Реально соединить. Не просто покорить, а соединить и породить новое человечество. И Аристотель индивидуально учил Александра. Идея Аристотеля была так называемая идея панэллинизма. Настоящие цивилизованные люди только эллины. А весь остальной мир – это варвары. С этой идеей панэллинизма Александр и прибыл на восток. Авантюрист? Да нет. Это, пожалуй, уже ближе к философу, который обладал редким свойством действовать.